И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Руся. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. И Серега сегодня будет выполнять роль аниматроников. Есть много здесь кнопок, мы уже играли здесь, вам очень понравилось. И понравится еще, ставьте лайкосик, если пьете, кушайте. Приятного аппетита. Серега, ты готов нажимать все кнопочки? Да, готов. Опа. Мангал пришла, все, прячемся. Да то что чувак стоит прям посреди дороги? Так. Давай, да, убивай его, мочи его, мочи. Дима, его ножи, это, короче, знаете, ловля на живца, у нас есть живец, а ну давай, давай. Дима, надо как будто на рыбалке поводить его. Сейчас Дима с удочку, смотри, забрасываю. Во-во-во, давай. И пошел. И пошло, пошло, ребят, ловится рыба. Так, кинули буёк, сетку закинули, пускай ловится. Погнали. Все отлично так, у нас. Чекай камеры, Димас, листай их, я буду наблюдать. Листаю со всей силы. Давай. Так. О, главный свет. Смотри, кто там стоит, Димончик. Опа, марионетка. Ага. Красавица наша. Она, кстати, очень быстро перемещается, поэтому Димас будет наготове быстренько забегать. Да-да-да, смотри. Все, быстрее, 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 быстрее. Мы, Дима, одновременно хотим зайти, да что такое? Давай дальше. Смотри, зато у нас теперь есть вот такой челик прикольный. О, чётенько висит. Прикольный, реально. Он как какая-то какашка, неваляшка. Будем знать там. Так, ну что, Димас, ты там переключаешься? То что-то камеры подзаедают, знаешь. Сенсорный экран уже не новый. Димас похож на шахтера, кстати, чем на охранника. Нормально я похож. Балун бой стоит. Не знаю, Димас. Что за звуки тут? Димончик, я сделаю обход. Каждые 10 минут обход. Давай я с тобой буду. Пошли. Мы же это напарники, работаем вместе, все. Звук стрёмный. Чётенько. О, привет, я тебя знаю, ты балунбой. Так. О, кстати, я в шар к нему залез. А что, нажимал кто-то кнопки? Ух ты, ты прикольно. Ай, о, Димас, Димас, он фонарик сожрал у меня, спасай. Ну-ка, воришка, иди сюда. Вот ведь. Все хорошечно. У меня фонарик забрал, нету фонаря. Дима, надо туалеты проверить, чтобы никто не оставил ничего лишнего. Что-то я не так как-то не так сказал, но ты понял. Там просто директор, ребят, говорит, что если кто-то насал в туалете, нам нужно смывать. Офигеть, смотри, Дима, кто тут, не толкай, я боюсь его. Это Манглух. Да. Так, подождем, подождем, не убивает меня, все четенько. Она только из туалета, видишь, вышла. Нифига себе. Или только идет. О, смотри, как я сижу. Только темно, жесть. Ты как Дед Мороз, можно загадать желание? Так, чё я сижу? Ну, не знаю, давай вставай, у нас работа. Да ноги болят уже ходить. Ну да, старые уже всё-таки. Так, шкатулка закрыта, значит все хорошо. Так, мой день, новый... Так, ладно, новый день, хорошо. О, головухины! Димас, я вижу, 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 там какой-то этот... Вот это я скримака поймал, жесть. Серега, красава, умеешь пугать. Самый лучший аниматроник на планете это Сережна. О, меня сзади обошел. О, я думал, что он красава, на сцену красава. Пошел. Короче, мне кажется, два медведя у нас появилось. Два? Два. Один из леса, другой отсюда. Димас, дверь-то закрыл входную? Нет. Давай закрывай. Подожди, а там что-то за ней есть, а ее нельзя удалить. Так, ты чё тут? Смотри, кто там выглядывает со шкатулки. Ах ты, рожа красивая. Классно. У вас что тут пати, что ли, веселье какое-то? Смотри, Димон, я могу вот так сделать. Так, а знаешь, что, как я умею? Я так тоже умею вообще-то. Нет. Я хочу сейчас кое-что другое сделать, Димон. Что? Серёж! Сейчас мы тут устроим для аниматроников приколюху. На! А раз, ты чем их убиваешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Бомбы кидаю. Мочи, мочи, я иду к тебе. Ай-яй-яй-яй-яй, кусается кто-то. Меня кто-то кусит. Блин, взорвалось вообще шикарно, конечно, но я умер очень быстро. Так, кто там еще у нас? Ай-яй-яй, кто спинку чешет? О, невидимый этот человек. Так, человек. Человек-балунбой. Может, посветим? Посвятим. Это тоже может. Так, я пошел, Димас, сюда. О, сидит, 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 надо сюда зайти. Жесть. Кого-то осветить собрался. Дверь нашу осветить.
От нечистой духов. Силы. Но аниматроники, кстати, нечистые ребята, если честно. А че, не купаешься? Не моются вообще никогда. Ребята, напишите в комментариях, купаются аниматроники или нет. Если только в крови, да? Ты рассказал. А где вообще купаться-то, а? Хоррор прохождения. Они же от воды умрут, они же электрические. Так, калитка, не закрывайся. На атомной энергии работают, кстати. Давай, давай, мочи, мочи их. Сказал мне кое-кто, Димас. А ты кинул в правую шахту? И в левую, и в правую. Взрывай! Ой-ой-ой, закрывайся. Могу, знаешь, что еще сделать? Сюда не нас взорвать. Не надо, не надо, Диман, я знаю, я в тебя верю, ты можешь. Ладно, ладно, не буду. Я пошутил. Они так классно в темноте мигают? Это как это, в гирлянды, короче. Минное поле. Новый год у нас, ребята. Может, взорвешь уже? Не, ну сейчас, если кто-то нападет, то я... Так ты умрешь. А? Ты умрешь. Нет, нет. Опа, нет, нет. Ржет кабан. Ты представь, вот кто-нибудь захочет умереть. Так... Это будет аниматроник. Ну, скорее всего, ты поможешь это сделать. Да. Так, мне кажется, что кто-то там ходит. Давай обратно. Так, все, Серега, давай, мы тебя уже ожидаем. Сейчас тебя Диман немножко взорвет. Он идет, 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 Диман, смотри в окошко. Бежит, бежит. Ух, ты меня испугал, Диман, смотри в окошко. Ой-ой-ой, Диман, только не взрывай. А он сюда не зайдет, это как бы это... А ну взорви, может, живыми останемся. Он немножко дверь отошла, с петель сорвалась чуть-чуть. Надо помочь ей встать назад. Диман, если я помогу, сейчас мы взорвемся. Не, мы живые останемся. Ну не знаю, я тогда спрячусь пока что, хорошо. Стой, знаешь, как я сделал, чтобы живым остаться? О, вот так, Димон. А я чё? Не знаю. Прощай. А я просто взрываю. Вот, Димас. Работает, ребята, эта штука. Димас, что делается? Да закрывай этого кабана с той стороны. Так, у нас мангал навещает нас. Так, надо что-то им сюрпризничать сделать. Ты, Димас, кстати, знаешь такую игру «Горячая картошка»? Да. Короче, бери физган в руки, я тебе кидаю картошку, и ты ее выкидываешь. Нормальная игра. Зачем я фонарик не работает? А потому что Балумба его съел. Ах ты жопа. Будем мстить Балумбою. Да я уже хочу это сделать. Музыка стрёмная. Горячая картошка. С аниматрониками поиграю сейчас горячую картошку. Где этот мужик? Весь свет поворовал. Может, мы за него не платили? Да не, платили. Есть. Ай, блин. Красава. Фонарик не работает все равно. Так, Димас, бери, короче. А у меня работает все нормально. Так, бери этих куколки и пойдем выносить. Куколки. Че ж темно? От этой марионетки мы ничего не сделаем. Уходим. Уходим, уходим. Там просто пришла марионетка, которую убить нельзя вообще. Понятно. Пришлось закрыться, заховаться. Так. Hello. Кто-то насрал в ведро. Прям так смотрит пристально на меня. А ну стрельни в лоб ему. Так, все нормально, Димас, пойдем защищать, аниматроников гасить. Вот самых дерзких мы сейчас убьем, а нормальных мы оставим. Чем у меня фонарик не работает? Не знаю, можете помочь его восстановить? Понял, да, как? Ну давай, попробуй. Блин, я думал, ты не попадешь. А как о, я не попаду? Заработал. Заработал, да? Да. Нормально, пойдем. Да как, да? Димас, я не успел намного быстрее сработаться. Да, жесткий мужик был. Пришлось, вы разменялись, короче, с аниматроником. Один на один. Давай, давай, давай. Выходите, каждый сукуны. На! О, Серега стоял. Димас, убил. Красава. Он ждал тебя. Я видел, как он даже точил зубы, чтобы тебя мочкануть. Он специально спрятался в углу и ждал, пока мы зайдем за него. И хотел нас укусить. Так, 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 Диман, я его выглядываю. У меня, правда, такой нету хороший, как у тебя. Так. А, все, есть, появилось. Ха, прикольно. А! Димас, убил? Сработала у меня реакция, я убил его. Красавчик. Знаешь, кто это был? Серега. Тень спринг-трупа. 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 Ух ты, а чё ты как в подарок залез? А чё? А ты тоже так делаешь? Прикольная нычка.
Так, где этот челик? Надо прятать вас поиграть потом. Я буду в подарке в этом прятаться, ты запомнил? Запомнил, запомнил. И запомнишь, что мне там искать не надо. Так, где Серега? Я его не вижу. Опа, опа. Я его тоже не вижу, но он где-то здесь. Есть! Я видел, знаешь, как его? Красава! Фонарик тень подсветила. Блин, круто ты сделал. Я бы так догадался. Да кто-то калитку не дает мне. А, это я. Вот умный. Так, Димас, тут, да, будем устраивать ловушку для аниматроника? Я думал, через крышку запрыгнуть выше не могу. Я успею убить. А, вот, я запрыгнул. Я ось псих. Димас, привет, ты где? Иду к нашему рабочему месту. А, я думал, в туалете со мной сидишь. Не-не-не, там воняет. Блин, там Димас аниматроник, походу. Может, там двери смотрим, сами смотрим, по себе смотрим. Открывались. Духи какие-то. Никого. Так. Здесь зачистка. Хорошо, да? Ну, здесь всегда хорошо, Димас. Я знаю, у нас тепло и уютно. Так что приходите, ребята, в нашу пиццерию FNAF 2. Только ночью не приходите. Это, говно не убирают из ведра, надо будет убрать, сходить. Кто-нибудь берет ее. Димон, как ты думаешь, ядерная бомба пролетит через эту щелочку? Давай не будем пробовать. Ладно, шучу, шучу. Пожить чуть-чуть, давай. Просто проверяю, пролезет или нет. А ты что достал? А я что? На! Димон, правильно я сделал. Вот так у нас каждая ночь с Димасом и проходит в пиццерии. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!